меньшей мере 37 погибших. Авиакатастрофа в Кыргызстане. Около аэропорта Бишкека разбился турецкий Боинг 747. Они спали в той комнате и увидели, что на них вместе с мусором и пылью летит колесо. Визит в Украину в последние дни на посту. Вице-президент США Джозеф Байден посетил Киев. О чем говорил с Петром Порошенко? Руководство страны и народ должны поставить потребности Украины выше каких-то личных интересов. Подозревали в коррупции, потом подозрения исчезли. Что с делом против экс-министра экологии Украины времен Януковича Злачевским? Петр Павленский покинул Россию. Что заставило его пойти на такой шаг и где знаменитый художник будет просить политического убежища? События дня в настоящем времени из Праги. Сергей Дорофеев, здравствуйте. Катастрофа Боинга в Киргизии. Завтра в стране день траура по погибшим. Трагедия в аэропорту Бишкека унесла жизни как минимум 37 человек. Среди них дети. На частные дома упал грузовой самолет Боинг 747 турецкой авиакомпании, летевший из Гонконга в Стамбул. В Бишкеке лайнер должен был совершить дозаправку, однако в условиях плохой видимости промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы. Первые часы после трагедии в репортаже Жибек Бегалиевой. Жители поселка Дача-Су только просыпались перед началом новой рабочей недели. Самолет турецких авиалиний рухнул примерно в 7 утра. Пролетел взлетно-посадочную полосу и упал прямо на дома. Проснулась моя дочь. Я только хотела ее уложить, как услышала страшный гул. Мы-то знаем, как обычно летают здесь самолеты. Выйдя на улицу, я увидел языки пламени. Столько погибших. Некоторым разрезало тела пополам. Почти сразу стало известно, погибли все 4 члена экипажа. Это был грузовой Боинг, который выполнял рейсы из Гонконга. Вопреки обычному сценарию, на этот раз авиакатастрофа унесла больше жертв на земле. Проводится еще работа по раскопке останки, где вот упал самолет, место. Видимо, еще будет. Наверное. Дети там, говорят, есть, да? Дети есть и пожилые люди, вот семья, которые проживали здесь. На этом участке, где упал самолет, всего имелось 43 дачных участков. В домах, где пожар уже потушен, наши команды совместно с врачами ищут пострадавших. Пока речь идет по меньшей мере о 37 погибших. Самолет, пытаясь сесть, повредил десятки домов, цеплял деревья, столбы, линии электропередачи. Обломки самолета можно найти в нескольких десятках метрах от места его падения. Вот эти части судна, видимо, были потеряны при первом ударе. Некоторые части шасси упали прямо на земельные участки. Вот, например, еще одно колесо. А остальные детали самолета можно найти, прогулявшись вот тут неподалеку. Не задев вообще посуду, здесь все осталось так, как и было. Шасси влетело через окно и уперлось вот в эту стену, за которой и осталась семья, которая чудом выжила. Они спали, потом услышали взрыв. Они спали в той комнате и увидели, что на них вместе с мусором и пылью летит колесо. Он схватил сына и жену и лег на пол. Потом последовал сильный удар. Основной удар пришелся на те дома, куда рухнул корпус самолета. Все строения просто сравнялись с землей. Останки пострадавших военнослужащие искали до самого вечера. Многие из тех, кто жил в поселке Дача-Су, работали в аэропорту. В момент, когда случилась трагедия, некоторые из них были на смене. У бывшей работницы бортпитания Натальи сегодня здесь погибли подруги. Там вся семья погибли, вот в том доме, вон там. Я знаю семью, в которой выжил только сын, ушедший на учебу. Все остальные погибли. Причина падения лайнера власти пока выясняют. Найден один из черных ящиков. В Кыргызстан уже вылетели эксперты Международной авиационной комиссии. Между тем, СМИ уже опубликовали имена пилотов. Предположительно, это граждане Турции, капитан самолета Ибрагим Диранджи и второй пилот Казым Андул. Как пишут турецкие сайты, главный пилот служил в Афганистане и не раз сажал самолеты в экстренных ситуациях. Одной из вероятных причин аварии СМИ называют сильный туман, который держится в Бишкеке уже третий день. Дюбек Бегалиев, Азат Антумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Визит в Украину в последние дни на посту. Вице-президент США Джозеф Байден прибыл в Киев. Утром он встречался с украинским президентом Петром Порошенко. На совместной пресс-конференции Байден выразил надежду, что следующая американская администрация останется сторонницей и партнером Украины для дальнейшего прогресса и пообещал оставаться на связи. Мне, возможно, придется звонить вам раз в две недели, чтобы услышать ваш голос.
Байден призвал украинцев продолжать борьбу с коррупцией, добавив при этом, что Россия использует ее как инструмент давления на Украину, как вид оружия во внешней политике. Руководство страны и народ должны поставить потребности Украины выше каких-то личных интересов. Это касается членов правительства, депутатов Верховной Рады, которые поклялись служить народу Украины, судей, которые взяли на себя ответственность вершить правосудие, представителей СМИ, гражданского общества, рядовых граждан, чья работа — требовать ответственности от тех, кто при власти. Но никто не может выполнить тяжелую работу за вас, только украинский народ. Порошенко рассказал Байдену о ситуации в зоне боевых действий на востоке страны. По его словам, всего за трое последних суток позиции украинских военных обстреливали более 250 раз. Во время сегодняшних переговоров мы рассмотрели вопрос агрессии России против Украины. В этом году исполняется 3 года с момента, как Россия развязала настоящую войну против нашего государства. Это война, в которой убиты 10 тысяч украинцев. Мы не единственный враг для Москвы. Все, кто исповедует демократические ценности, враги Кремля. И поэтому сегодняшняя защита Украины — это защита ценностей свободного мира. И также сегодня вице-президент США встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Это 6-й визит Байдена в Киев и 5-й со временем Евромайдана. Генеральная прокуратура Украины изменила свою позицию в истории с Николаем Злачевским. Сначала министр экологии времен беглого президента Януковича и руководителя газодобывающего холдинга «Буризма» подозревали в причастности к коррупции. Потом подозрения исчезли. Вообще вся история обвинений против Злачевского походит на детектив. Их то выдвигали, то дела закрывали, но обо всем по порядку. После событий на Майдане 2014 года Злачевский покинул Украину. Летом 2016-го генпрокуратура начала уголовное производство. Одну из компаний «Буризмы» подозревали в уклонении от уплаты налогов на 1 000 000 000 гривен. И вот дела против Злачевского и его бизнеса закрыли. Как сказано на сайте холдинга, данное решение – результат взаимной многомесячной работы двух команд – Генеральной прокуратуры Украины и «Буризма Групп». И прежде чем мы систематизируем всю информацию о холдинге, отмечу, что «Буризма» — это крупная структура, где трудятся авторитетные люди. Высокие должности там, в частности, занимают сын вице-президента США Хантер Байден и экс-президент Польши Александр Квасневский. Мы решили собрать разные мнения, кто такой Николай Злачевский и почему, судя по сообщению «Буризмы», позиция украинской генпрокуратуры изменилась. Из Киева Юлия Дрозд. История Злачевского – это сразу несколько эпизодов, где фигурируют большие деньги и обещания чиновников посадить бывшего министра. Начнем с июля 2016 года. Тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что холдинг Николая Злачевского «Буризма» и, в частности, его компания «Эско Север» причастны к воровству украинского газа на 40 миллионов долларов. Вопросы к Злачевскому были всегда. Надо изучить работу ряда фиктивных компаний. У нас есть полные основания готовить подозрения к должностным лицам «Эско Север». Директор этой компании и его менеджмент, безусловно, будут отвечать за свои поступки. Но спустя полгода Николай Злачевский так и не наказан. Украинские независимые журналисты и общественные активисты утверждают, генпрокуратура выступает скорее защитником бывшего министра, чем обвинителем. Часть денег Злачевского хранилась в британских банках. МВД Великобритании открыло в отношении него уголовное производство. Однако арестованные деньги в Украину так и не вернулись, говорит депутат Сергей Лещенко до получения мандата, занимавшийся журналистскими расследованиями. На момент, когда в конце 2014 года в Англии пришло время судебного заседания по дальнейшей судьбе этих денег, генпрокуратура Украины ответила на запрос адвоката Злачевского. В ответе говорилось, что на тот момент Злачевский ни в чем не обвинялся. Адвокаты взяли и отправили это письмо в британский суд, который после этого разблокировал миллионы Злачевского и закрыл дело против него. Жодного процессуального статуса в этих криминальных справах у него немає. После этого подозрения Злачевскому выносят украинские прокуроры. Но Печерский суд Киева, опираясь на решение британцев, дело закрывает. Генеральная прокуратура решила сделать очень хитрый трюк. Параллельно с незаконным обогащением Злачевского они начали расследовать неуплату налогов. То есть произошла подмена аргументов. Мол, Злачевский все налоги заплатил, у нас против него нет никаких доказательств.
Виноватым в неуплате налогов признали главного бухгалтера компании Злачевского. После выплаты компенсации Печевский суд и это дело закрыл. Настает время для второго эпизода. Холдинг Злачевского фигурирует в тендере. Крупнейшее в Украине месторождение газа «Юзовское» продали неизвестные компании, которая, судя по расследованию журналистов издания «Наши деньги», может быть связана с соратниками президента Петра Порошенко. Этой сделкой заинтересовались даже в парламенте. Из общения с третьей компанией, которая участвовала в тендере, выяснилось, что их якобы использовали для отмывания тендера. Кроме того, издание «Украинская правда» опубликовало фотографию встречи Злачевского в Вене с близким к президенту депутатом Игорем Кононенко, который, как утверждают журналисты-расследователи, может влиять на газовый рынок Украины. Прокуратура же, по словам юристов Центра по противодействию коррупции, особой активности в расследовании нового дела Злачевского не проявляет. Если проследить по реестру судебных решений, Генпрокуратура опять квалифицирует дело как неуплату налогов. Фактически все опять закончится каким-то бухгалтером, который заплатит компенсацию в госбюджет и все. Ни Злачевский, ни Кононенко на наши звонки не ответили. Позиции Генпрокуратуры также узнать не удалось. Ответов на наши запросы не последовало. Сам Злачевский продолжает находиться за границей. Юлия Дрозд, Юрий Комаров, «Настоящее время». «Настоящее время» из Праги. Смотрите далее. Политическое убежище во Франции. Почему художник Петр Павленский спешно покинул Россию? Белград готов ввести войска в Косово. Что заставило президента Сербии сделать такое заявление? На улицах Риги двойники Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Как в Латвии отпраздновали день рождения знаменитого сыщика? В Москве и регионах церемонии прощания с погибшими в катастрофе российского Ту-154. Сегодня похоронили дирижера, руководителя ансамбля Александрова Валерия Халилова, десятки других военных и гражданских лиц, находившихся на борту. Церемония прощания с главой фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой, доктором Лизой, прошла в Успенском соборе Москвы на территории Новодевичьего монастыря. Попрощаться с благотворителем и филантропом пришли десятки человек. Для меня это было таким открытием, что человек может столько души и сердца уделять проблемам совершенно посторонних людей, ну, которые действительно требуют помощи. Она давала, мне кажется, все себя, и, в общем, была очень светлым человеком. Она так со всеми этими ребятами, с бомжами, она спокойна, без слюней, без соплей, сдержана, как врач. И они все просто молились на нее. Она понимала, что делать. И у нее даже не стояла задача создавать систему. Она всегда работала сама. Она всегда, вплоть до того, что и бомжей перевязывала, и это. Я ей звонил, то есть мы на постоянном контакте, куча вопросов по онкологии. Она мне отправляла там людей по наркотикам. Она помогала тушить лесные пожары. А благотворительность, она как глубина. А я, вы знаете, подводник. Она не любит. Она любит тишину. Поэтому говорить, что все, кто пришел, все со своим чувством пришли. С пониманием того, что без этого жизнь становится другой. Ту-154 Минобороны России потерпел катастрофу в акватории Черного моря 25 декабря прошлого года. Это произошло через 2 минуты после взлета из аэропорта Адлер. Самолет ложился на курс в Сирию. На его борту находились 92 человека. Все они погибли. Причины трагедии до сих пор устанавливаются. Художник-акционист Петр Павленский покинул Россию. Вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и 2 дочерьми он намерен просить политического убежища во Франции. Как рассказал Павленский, в России ему грозило уголовное преследование по обвинению в сексуальном насилии. Заявление на него, как сказал Павленский, написала актриса театра «Док» Анастасия Слонина. Художник считает это доносом, а дело против себя политическим. Все обвинения отвергает. Тем временем в театре «Док» рассказали, что против Павленского было подано 2 заявления. Первое касалось избиения бывшего бойфренда актрисы Слониной, режиссера Василия Березина. Театр опубликовал видеозапись инцидента, а по словам худрука театра, причиной конфликта были личные отношения.
Павлянский, значит, очень положил глаз на эту Настю. Вася, естественно, бурно реагировал. Короче, они договорились встретиться, но Павленский приехал на машине с 4 человека, то есть он, жена и еще 2 мужика. Еще 2 мужика его подошли, и, в общем, 6 человек били лежащего на снегу ногами, в том числе и жена Павленского била ногами. Павленский известен своими резонансными акциями, в том числе в поддержку участниц группы «Пусть Райт» и против действий полиции. Летом прошлого года он был приговорен к крупному штрафу за поджог двери здания ФСБ в поддержку осужденных за терроризм украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко. Белград готов ввести войска в Косово. Это произойдет, если возникнет угроза для местных сербов. Такое заявление делает президент Сербии Томислав Николич. Ситуация на Балканах обострилась из-за недавнего инцидента с поездом. После 18-летнего перерыва Белград попытался возобновить железнодорожное сообщение северной частью Косово, населенной преимущественно сербами. В субботу из сербской столицы в город Митровица направился первый состав. Вагоны были украшены национальной символикой и надписями «Косово-сербское» на 20 языках. В Приштине восприняли это как провокацию. Они разместили на севере Косово 17 бронированных машин, а также отряды полиции специального назначения с целью спровоцировать конфликт. Начать конфликт в районе, который мы считаем нашей территорией, территорией Западных Балкан. Тогда я принял решение, и я им очень горжусь, остановить наш поезд на станции Рашка для того, чтобы спасти жизни наших людей, избежать конфликта и сохранить мир. Власти Сербии также заявили, что этнические албанцы из Косово попытались заминировать пути. Косовские власти это отрицают, но считают, что поезд не имел права въезжать на подконтрольную Приштине территорию. Сербские власти, которые не признают Косово, прохождение своего состава никак не согласовывали. Республика Косово намерена обеспечивать гражданам свободу передвижения и выполнять все соглашения, связанные с правами наших граждан. Но мы не позволим такие провокации, конечная цель которых – вернуть Косово и весь регион в состояние худших лет непредсказуемого конфликта. Бывший сербский автономный край Косово объявил о своей независимости в 2008 году. Сербия по-прежнему считает Косово своей территорией, хотя и вступила при посредничестве ЕС в диалог с косовскими властями. После инцидента с поездом и Белград, и Приштина направили обращение властям США и Евросоюза. Глава европейской дипломатии Федерико Могерини призвала обе стороны к сдержанности и благоразумию. Президент Косово Хашим Тачи в интервью Балканской службе «Радио Свободы» заявил, что, цитата, «единственная угроза для проживающих в Косово сербов – это попытки Белграда использовать местное население в политических целях». Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с представителями политических партий и организаций палестинской автономии. Они прибыли в Москву для участия в неформальных консультациях с Кремлем. Официальное мероприятие называется «Диалог по восстановлению национального единства». В Палестине, сегодня отмечу, действует несколько военно-политических групп, среди них «Фатх» и «Хамас». В последнее время встречи руководства МИД России с представителями палестинской автономии стали частыми. Ранее Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем исполкома Организации освобождения Палестины, где российский министр подтвердил готовность Москвы принять у себя лидеров палестинской автономии и Израиля для проведения прямых переговоров. Эту же цель преследовала прошедшая в Париже международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Мирить стороны на форум приехали более 70 делегатов, все, кроме представителей палестинской автономии и Израиля. Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас не смог принять участие в саммите, так как открывал посольство Палестины в Ватикане, но он поддержал конференцию, назвав ее, цитата, «последним шансом для ближневосточного урегулирования». Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отказался ехать на саммит. В Иерусалиме считают, что встреча – это попытка международного сообщества навязать свою волю сторонам.
Эта конференция бесполезна и даже наоборот. Она отодвигает мирное урегулирование вопроса. Это как семейная консультация, на которой не присутствует ни муж, ни жена, а 75 дипломатов со всего мира пытаются решить комплексный и весьма личный конфликт. Мнение официального Иерусалима поддержали несколько сотен протестующих, собравшихся в воскресенье около израильского посольства в Париже. По итогам конференции был подготовлен документ, в котором ничего нового не утверждалось. Сосуществование двух государств, Израиля и палестинской автономии, было названо единственным путем к долгосрочному миру. В Риге отпраздновали день рождения Шерлока Холмса, а точнее не того книжного сыщика, о ком в свое время написал Артур Конан Дойль, а того, которого в знаменитом советском фильме сыграл Василий Ливанов. Причем так день рождения Холмса отмечают только в Риге, городе, где и снимался советский сериал. Где, понятно, нет Бейкер-стрит, но царит искреннее почитание знаменитого персонажа. На празднование пригласили и корреспондента нашей балтийской редакции Ольгу Шакину. Десятки шляп, тростей, крылаток, метры бежево-красной клетки, несколько пар валеных усов и дюжина изогнутых трубок. Организаторы праздника Холмса пытаются отмечать день рождения литературного персонажа из Англии. Но участники шестой год искренне воздают должное фильму из СССР. Фильм, потому что его народ помнит, знает и любит. Советская телесерия с неканонически смешливым Холмсом и слишком молодым Ватсоном снималась на Евронатуре в Риге. От героев Конан Дойла советских кинематографистов отделял двойной фильтр – время и железный занавес. Они, никогда не видавшие настоящего буржуазного общества, пытались фантазировать о его прошлом, причем с любовью и тоской. Я не люблю нынешнее время. Честно вам скажу, не люблю. Издалека парад Алле в Верманском парке напоминает сбор реконструкторов. Но реконструируют не эпоху, а художественно-условное представление о ней. День рождения Шерлока Холмса – настоящий уличный карнавал, не хуже Марди-Гра или Венеции, где не просто переодеваются и таким проверенным средневековым способом освобождаются от забот, где утверждают определенные ценности. 6 лет назад рижский праздник организовала пиар-контора, планировавшая привлечь сюда туристов. Сегодня он зажил своей жизнью. Здесь веселится особенно группа рижан, русские латвийцы, любящие ту Европу, что показано в советском кино. В этой Европе есть 5 o'clock и красивая одежда, но нет безработицы и бюрократии. Все, что касается советской культуры, в восприятии латвийских властей сегодня выглядит маргинально, поэтому бюджетных денег организаторам не видать. Все убыток, поэтому ничего тут не окупается, никто на этом не зарабатывает. Город какой-то год там помогал, участвовал, в этом году практически почти ничего. Но это грустно, но что делать? Единственным почетным гостем Красного Холмса пару лет назад стала потомственная коммунистка из Англии, внучка первого иллюстратора рассказов Конан Дойла Сидни Пейджета. Именно ее дед выдумал этот изгиб трубки и эту охотничью шапку. А вот настоящие советские звезды за эти годы на праздник так и не приехали. А Дабашьян прям вот уже ему гостиницу заказывали, уже билеты на самолет покупали. После момента он просто заболел, просто сердце. Ему 80 лет уже. Они все старенькие уже, поэтому со всеми тяжело. Из больших динамиков и маленьких смартфонов льется киномузыка Владимира Дашкевича. К микрофону строго просят пройти Мариарти номер 24. Дама в костюме иностранной шпионки получает в награду набор экскурсий по Риге. Участники строятся рядами, чтобы из своих тел сложить портрет артиста Василия Ливанова. День рождения Шерлока Холмса напоминает смотр самодеятельности в пионерском лагере. Но и на этих смотрах сквозь казенное прорастало живое, стихийное и искреннее. Здесь искреннего определенно больше. Ольга Шакина, Даниил Жилинский, «Балтия неделя». На этом все. Таким был этот понедельник, 16 января. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. До свидания.